своей жизни, заметных событиях и ярких личностях, которые читали на 31-м. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Ночь парикмахеров, посвященная Дню красоты, в очередной раз убедила нас, насколько специалисты бьюти-индустрии Челябинска дружны и креативны. Самые яркие моменты парикмахерского шоу, а также развлекательные программы. Этого прекрасного вечера. Репортаж. Цирковое шоу, живая музыка, клубная атмосфера, вечеринка в лучших традициях Вегаса. Так мастера салонов красоты отмечали традиционный день парикмахера. Среди гостей в основном представители бьюти-индустрии. Обычно они находятся по ту сторону праздника, готовя своих клиентов к разным событиям. А это тот редкий случай, когда все в этот вечер только для них. Я вообще на таком мероприятии уже второй раз. Мне очень нравится. Спасибо, я уже не первый раз говорю Светлане Савицкой. Спасибо за организацию, за то, что она нас здесь всех собирает, соединяет нас здесь всех. Мы, может быть, даже друг друга где-то и видели, и встречались на обучениях, вот с девчонками там здороваемся, приветствуем друг друга, вот, пожалуйста, знакомые лица везде. Так приятно всех увидеть, вообще просто такая атмосфера дружная. Знаете, даже когда мы гости, мы душой переживаем за каждого, потому что это наши коллеги. Мы всех знаем, мы поддерживаем. Здесь атмосфера, здесь нет конкуренции, здесь есть именно творческая атмосфера. Дружеская и атмосфера помощи, поддержки. В прошлом году мы были за кулисами, были 5 команд, мы друг другу помогали, мы выручали, потому что мы делаем одно общее дело. Мы несем красоту, мы украшаем этот мир, мы дарим радость, счастье людям. Наши парикмахеры не были бы собой, если бы не поделились своим мастерством с коллегами. Креативные идеи, которые невозможно реализовать в рамках салона, находят свое место на подиуме. У нас будет в этот раз сборная команда, которая отшивала специально костюмы, готовили бутафорию, разрабатывали костюмы и макияж, и в общем в целом прорабатывали образ. И это как раз тот образец, когда очень важно научиться работать в команде всем творческим людям, и стилистам, и дизайнерам по одежде, и визажистам. И вот в этот раз, я думаю, что у нас все должно получиться, и показ будет просто великолепный. У нас показ будет в стиле Victoria's Secret, именно цирковой, именно направлен на женственность, сексуальность. Я думаю, что зрителям понравится. Самое главное, стиль – это современные тенденции на сегодняшний день. То есть модное направление 19-20 года. Это гладкие прически, глянец, волны, то есть какая-то неопределенность, пушистость. То есть это все присутствует сегодня в данном мероприятии. Тема цирка – это всегда что-то яркое, это всегда что-то сияющее. Поэтому, конечно же, будет золото, будет серебро, будут яркие оттенки, металлик много страз, пайеток и блеска. Потому что цирк – это всегда яркие впечатления. Кроме того, если, в принципе, вы видели показы Victoria's Secret, то там тоже всегда бывает очень много перьев, страз, каких-то блестящих фактур. Мы постарались это как-то немножечко объединить. Тем более здесь в коллекции участвуют не только элементы белья или одежды, но и есть такие вещи, которые, в принципе, не носибельны в жизни абсолютно. То есть они только для фотосессии или для каких-то вот таких вот мероприятий показаны. Арт-хайр-шоу – это и знакомство с трендами предстоящего сезона, и приятный сюрприз от коллег. Для создателей показа это возможность поделиться своими креативными идеями. В этот вечер свою дозу вдохновения получили все. Позитивного заряда должно хватать до следующей встречи в профессиональном кругу. Гардероба.
Жара спала совсем недавно, и это переходное состояние прежде всего отражается на нашем гардеробе. Не меняясь кардинально, он плавно перетекает в новый сезон. Забрать с собой в осень стилисты рекомендуют яркие десертные оттенки, а также нежные пастельные краски, которые заявлены как один из трендов грядущей осени. Черно-белые сочетания, которые уже не в первый раз появляются в летней моде, также можно забрать с собой в осень. При условии, что эти контрасты подаются не в классическом стиле, а, например, в спортивном или уличных вариантах. К новому сезону стилисты рекомендуют запастись рубашками. Носить их можно будет как самостоятельно, так и под джемпер. Это знакомое многим офисное решение также присутствует в ряду осенне-зимних трендов. Уникальное украшение только из натуральных камней. Регулярное обновление ассортимента. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан, билеты в театры Челябинска и Екатеринбурга. Да, и обратите внимание на картины. Они тоже продаются. Самые актуальные модные тренды в вашем повседневном гардеробе. Магазин «Стрит Кутюр» на Сони Кривой 30 и Пушкина 65. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. На Кирова 159. Конкурс «Рожденная побеждать» – проект о нечеловеческих возможностях в жизни и отношении к людям. Финал проекта состоялся. Самые яркие моменты предлагаю вспомнить. Финал проекта «Рожденная побеждать» получился по-настоящему интернациональным. Этот сезон вывел конкурс девушек с ограниченными возможностями на международный уровень. Выросли географические масштабы, то есть мы от федерального конкурса расширились до международного, приехали у нас участницы из 5 стран, издалека преодолели такое длинное географическое расстояние. И, конечно же, волнительно очень будет увидеть то, что они получили за неделю репетиций непрерывных труда. Мы увидим, наверное, то, что они продемонстрируют сейчас свои блестящие таланты. Я хочу представить свою страну на таком международном уровне мероприятия такое большое. Я решила представить свою страну сейчас из Дастрейства. На Южном Урале конкурс подобного масштаба просто неповторим. И очень радостно, то, что девчонки могут участвовать не только в Челябинской области, но и в разных странах. Песни на родном языке, танцы в национальных костюмах, трогательные стихи и даже цирковые номера. В этот день для творчества и самовыражения не было никаких преград. Кто будет петь, кто танцевать, кто будет театральные номера показывать. Даже есть у нас цирковое искусство. Да? Индивидуально номер у меня будет песня. Буду петь на казахском. Я буду представлять танец в стиле контемпорари. У нас номер испанский дуэт. Эстрадно-цирковая студия «Аквамарин». Мы танцуем и используем цирковые элементы в своем номере. Шоу – это презентация гимна проекта «Рожденная побеждать». Называется «Рожденная женщиной». Я сочиняю.
сочинила совместно стихотворение с участницей из Украины Еленой Добруцкой. А музыка моя, стихи совместные, аранжировщик Олег Ярушин, звукорежиссер Дмитрий Локтионов. И смонтировали с участницами из разных стран видеоклип на гимн проекта. Сегодня будет премьера. За неделю до финала во время подготовки у участниц не было ни одной свободной минуты. Съемки клипа, мастер-классы и бесконечные репетиции. Но именно это помогло сдружиться и стать по-настоящему близкими. Я буду вспоминать больше всего девушек. Я здесь познакомилась со многими очень хорошими девушками, которые, наверное, мы будем дружить всю жизнь с этими девушками. Есть грустная радость. Не хотелось бы с ними прощаться. Некоторые из участниц очень много тепла дают нам, прежде всего. Мы им даем, а они больше дают нам. Конечно же, прощаться будет грустно, но пока я об этом не думаю, все равно в любом случае со всеми участницами мы остаемся на связи, мы никуда от них не уходим, мы только прощаемся, и с днем рождения, со всеми праздниками мы друг друга поздравляем, ну и о каких-то значимых моментах в их жизни узнаем тоже. У нас такая была насыщенная неделя, мы так близко подружились со всеми. Очень жалко, но хочется уже домой. Я хотела бы пожелать девчонкам, которые бы хотели принять участие в подобных проектах, не бояться, делать шаг и быть собой, потому что когда ты неповторима, когда ты такая, какая ты есть, ты самая красивая, необычная, и мне кажется, это и трогает человека, который смотрит тебе в глаза. Конкурс «Рожденная побеждать» называют масштабным не только потому, что с каждым годом ширится его география, но и по той причине, что он стирает все мыслимые границы – национальные и политические, физические и пространственные. Этот проект о терпении и сострадании, о сильных и красивых людях, о любви к жизни. Прямо сейчас рубрика «Выбор стилиста». Это про то, как можно трансформировать идеи дизайнера одежды, создавая новые эффектные оригинальные комплекты. С нами экспериментирует Елена Чуевская, персональный стилист и преподаватель школы стиля, не утративший способности восхищаться новым коллекциям. Когда я увидела эту коллекцию, я просто ахнула от счастья. Я очень много работаю с российскими дизайнерами, с масс-маркетом и с люкс-брендами. Здесь несколько стилей, которые можно сочетать между собой и носить по отдельности. Здесь и спортшик, здесь и классика, а здесь и casual. Здесь комплекты для офисов можно хорошие составлять, для прогулки с детьми, для встречи с друзьями, да все что угодно. Актуальность – это в первую очередь, что я здесь подметила. Во-первых, это в деталях. Карамельная тема будет популярна и модна в этом сезоне. Очень красивое платье. Опять же показываю карамельный цвет, который приближен к осенним оттенкам. Такое же платье есть в таких мягких серо-голубых оттенках. Платье используется, опять же, с повседневной обувью и с нарядной. И еще тренд наступающего сезона – это костюмная линейка с юбками. Жакеты носим с юбками. Клетка – это у нас уже классика, она переходит из сезона в сезон. То есть вот такой вариант может быть и на работу, и если мы надеваем удобную обувь, и для прогулки. Плюс дизайнеры еще захватили очень хороший тренд – это асимметрия. То есть мы видим, что платье-туника, смотрите, низ не ровный, асимметрично сделаны, карманы тоже на разном уровне. Это платье можно будет носить и отдельно, с плотными колготками, с грубыми ботинками. И плюс к нему сейчас мы добавляем брюки. Мне это очень нравится. Актуально в этом сезоне это два принта носить. Не нужно смущаться, не нужно бояться. Главное, что они совпадают по цветовой гамме. Смотрите, они перекликаются.
А, смотрите, вот это платье, которое мы с вами смотрели в зеленом оттенке, с красивой асимметрией внизу, с покатым плечом. Как можно с ним создавать образ? Все в одном оттенке. Про брюки я вам говорила, платье с брюками можно носить. Если сюда еще добавить в таком же в оттенке обувь, это будет выглядеть очень статусно и элегантно. А, то есть такой прием используется, когда вы не хотите много внимания, но и в то же время ваш образ будет дорогим, модным, стильным, ну и, соответственно, статусным. Платье-корсет не сдает своих позиций. Это не значит, что мы надели корсет и мы не дышим. Платье мягкое, интересное, очень стильное, потому что его, другими словами, я бы назвала не скучный офис. А сзади платье застегивается на молнию, то есть мы можем это спокойно застегнуть, и оно создаст более изящный женственный силуэт. Да, еще хочу обратить внимание, что абсолютно не нужно бояться серого цвета. Серый цвет – это как палитра для нового образа. С ним удачно можно играть, добавляя обувь цветную, добавляя цветные аксессуары. Мне очень нравится вот это платье. Платье несложное, можно так сказать, на первый взгляд. Но для экспериментов, если вы смелая и хотите креативности добавить, что бы я добавила к этому платью? Посмотрите, какой есть уникальный капюшон. Если вы не носите шапки, опять же, это очень хороший аксессуар для тех, кто бережет свою прическу. Я часто встречаю такую проблему у наших женщин, что я не люблю носить шапки. Это может быть хорошая альтернатива шапкам, добавит дерзости вашему образу. И если мы еще накинем сверху стильный жакет красивый, это будет смелый образ для динамичных современных женщин. А еще мы с Еленой подметили такую стилистическую особенность этой коллекции. Ее можно подавать и в классическом варианте, платье как платье, костюм как костюм, а можно и в смелом экстравагантном, надевая все и сразу. Гардероб умный. Почему? Потому что здесь нет отдельно живущих вещей. То есть здесь все сделано в капсулу. И приходящие женщины или девушки за покупками, они легко могут подобрать и брюки, и к ним же тут же блузку, и тут же верх. Энса. Особенный стиль и безупречное качество. Свой уникальный образ собери на сайте ensastyle.ru. Макароны могут быть полезными. Макфа исключительно из твердых сортов пшеницы. Сохраняет форму идеальной. Макфа – мой твердый выбор. Покупай полезные макароны. Уютный шопинг для всей семьи в самом центре города с парковкой. Торговая галерея «Аллея» на Труда 166. Салоны мужской, женской и детской одежды. Гардероб деловой женщины от европейских и российских брендов. Клубные, коктейльные и кэжуал образы для стильных красоток. Полноразмерные коллекции для больших людей. А также джинсы, сумки, пижамы и купальники. А еще здесь знают секрет идеальной фигуры. Он в удачно подобранном корректирующем белье. Торговая галерея «Аллея». Наверняка вы уже здесь бывали. Это прямо над гипермаркетом «Спар» на Труда 166. Больше новостей о красивой жизни в нашем инстаграм, ютуб-канале, на сайте и на странице в фейсбук. Заходите, подписывайтесь и будьте в курсе. А на этом мы завершим встречу. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом Я».